Без него было бы скучно, а скандально. Известный депутат Народного Хурала Федор Бураев намерен побороться за теплое кресло и следующего созыва. Одиозный коммунист подал документы в избирательную комиссию Бурятии. Впрочем, коммунист ли он теперь? Бураев идет самовыдвиженцем по 22-му одномандатному округу. Почему он баллотируется в одиночку, пока неизвестно. Можно предположить, что республиканское отделение КПРФ отказалось включать его в списки после выходок, порочащих честь партии. Напомню, Федор Бураев с удивительной регулярностью попадает в скандалы. Его задерживали за езду в пьяном виде, после чего он безуспешно судился за водительские права. Кроме того, резонанс вызвал случай, когда коммуниста заметили спящим в одном из питейных заведений города. Каждый раз Федор сначала уверяет, что это был не он, а затем обвиняет вымышленных политических врагов в провокациях и подставах. И это не считая целого ряда разборок с коллегами по Хуралу и журналистами. Все скандалы связаны с вами, как вы их можете прокомментировать? Я думаю, что... Ну, какие все? Ну, понятно. Я думаю, что скандалы – это очень громко раздуто, конечно, представителями в том числе и средств массовой информации, и некоторыми блогерами. Я думаю, что это чисто житейские обстоятельства, что с любым человеком вполне может быть. Кому, как говорил Карл Маркс, мне ничего человеческое не чуждо. Почему вы сейчас не на сессии? Сейчас здесь просто у меня очень деловой разговор. Я думаю, что там мандат у меня всегда там. То есть за вас карточка для голосования, да. И мой коллега нажмет кнопку так, как надо.